Продолжаем. Сразу несколько дел возбуждено в отношении котловского таксиста. Мужчина продавал спиртные напитки и сигареты, не выходя из машины. В руки правоохранителей он попался на контрольные закупки. Это кадры оперативной съемки. Вот водитель такси. Он представился Дмитрием, берет деньги, достает из багажника товар и передает его подставному покупателю. Ну а дальше дача показаний, изъятие алкогольной продукции. Всего в багажнике авто было 30 литров спиртного. А в отношении злоумышленника составлен административный протокол по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации либо специального разрешения. Еще одна административка ему грозит за реализацию алкогольной продукции без лицензии. В совокупности сумма штрафа может перевалить за 60 тысяч рублей. Не исключена и уголовная статья. В Котласе с начала года за незаконную розничную торговлю спиртосодержащими жидкостями к ответственности привлечено 22 человека. Из оборота изъято свыше 140 литров алкоголя.